Встреча с жителями и депутатами прошла в Одинцовской центральной районной больнице. В свете объединения ЦРБ с еще тремя крупными медучреждениями округа главный врач и заведующий отделениями больницы отчитались. Куда будут потрачены деньги из областного бюджета, какое оборудование поступило и какие аппараты еще необходимы. Ведь одна из главных задач сейчас – открыть многопрофильный скоропомощной стационар. Это позволит увеличить число профилей, по которым жители округа смогут получать медицинскую помощь. К сожалению, в Одинцовской ЦРБ не было тоже многих профилей. Ни сосудистой хирургии, ни инвазивной кардиохирургии, ни скоропомощной нейрохирургии, ни ряда детских направлений, нет офтальмологии, нет челюстно-лицевой хирургии, нет массы, много чего нет в этой больнице. Назвать Одинцовскую ЦРБ на сегодняшний день многопрофильной больницей с большим натягом, полнопрофильным. Ряд профилей просто не существует. Например, на закупку оборудования для Центра нейрохирургии и сосудистого центра выделено около 270 миллионов рублей из областного бюджета. Контракт уже подписан, техника приобретена. Параллельно с оснащением новых подразделений больницы запланирован капитальный ремонт в хирургическом, терапевтическом корпусах и подводка кислорода в инфекционном и детском отделениях. Кроме того, совсем скоро в муниципалитете откроется отделение детской гематологии, первое в Московской области. Необходимое оборудование также уже закуплено. До конца этого года начнется прием пациентов. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».